Самые лучшие цены на аксессуары и Apple технику в партнере и магазине iok.ua. Всем привет, с вами Apple Тем, и сейчас мы с вами поговорим о классной новинке Web Store под названием Assassin's Creed Pirates. Давайте начнем. Все самые новые новости на партнере этого выпуска сайте yablok.com. Ну что, ребят, давайте перейдем в саму игру. Эта игра пока что была только в новозеландском App Store, но я снимаю этот обзор утром, я ее еле скачал, там долгая история, и я не знаю, доступна ли эта игра сейчас по всему миру, но когда она вышла вчера, была доступна только в новозеландском App Store и стоила там $6.49. Видим, что загружается игра, эта игра чем-то похожа на компьютерную версию Assassin's Creed 4 Black Flag, но тем не менее разработчик говорит, что это совсем разные игры, они не похожи ничем друг на друга, и в этой игре единственная похожая фича с компьютерной версией игры, то что у нас есть корабли, есть большая карта, на которой мы с вами можем плавать, есть капитан, есть корабль, корабль можем усовершенствовать и... Усовершенствовать можно его в боях, то есть воюя с другими пиратами, с другими ассасинами, с другими тамплиерами, мы зарабатываем золото и прокачиваем наш корабль. То есть, в принципе, все очень логично, все очень просто. В игре мы встретимся с такими знаменитыми пиратами, как Черная Борода, Черный Сэм, Беллами, Бенджамин Хорни Голден и другие. Это я не знаю этих имен, я просто их только что прочитал. В общем, тут происходит загрузка, вот, походу, это наш корабль, мы топим каких-то тамплиеров. Хорошая воинственная музыка. Так. Это предыстория. Давайте вернемся, когда уже будем в самой игре. Итак, я уже плыву к своей первой добыче. Она у меня находится вот там, вот прямо перед носом корабля. И в игре управление очень простое. У нас есть две кнопки. Одна понижает скорость, вторая повышает скорость. И штурвал можем поворачивать вот таким вот образом, свайпом влево-вправо. То есть все очень просто. Давайте нажмем на корабль. Таким образом мы дадим понять команде, что мы атакуем. И начинается графика. Так. Ага, вот у нас пушки. Давайте пальнем по ним. Окей, я это понял. Так. Нам на корабль надо нацелиться. Пошла перезарядка. Так, окей, хороший выстрел. Так, давай быстрее перезаряжай. Корабль будем прокачивать с вами, поэтому на эту скорострельность можем, в принципе, не обращать внимания, потому что с прохождением она будет увеличиваться, будут добавляться новые снаряды и всякие улучшения для кораблей. Теперь очередь нашего соперника. Давайте нажмем вот эту кнопку, и он промазал. Так, идеальный маневр. Ага. То есть вот таким вот образом можем избегать этих маневров. Так, все, осталось совсем чуть-чуть, чтобы добить этот корабль. Вот этот чувак меня уже задолбал. Давайте прицелимся. Бабах. Нашего друга на маленьком корабле осталось всего лишь на один выстрел. Поскорее бы я уже перезарядил, но теперь его очередь. Уходим от первого удара. Теперь наша очередь. И вот этот вот последний выстрел потопит его, по идее. Бабах. Да, все, он ушел в минус. То есть в игре действительно потрясающая графика. Я думаю, люди, которые играли в Assassin's Creed Black Flag на компьютерах, оценят эту игру. Я фанат этой серии, поэтому буду играть, наверное, думаю, и на iPhone. Так, теперь давайте пособираем все, что выпало из корабля, чтобы потом могли использовать это для улучшения характеристик нашего с вами корабля. Ищем добычу. Добыча раскидана вообще по всей водной глади. Так, где тут еще добыча-то? Вон она. Все, мы собрали всю добычу, которая у нас с вами была. Что касается магазина кораблей в этой игре, тут кораблей очень много, и они отличаются по характеристикам. Они стоят золотых монет, которые мы будем зарабатывать по прохождению этой игры, и, соответственно, если у нас уровень не совпадает с уровнем для этого корабля, мы его не сможем купить. То есть, в принципе, тоже все очень просто, и нужно просто проплывать эту игру, то есть проходить эту игру, и по прохождению мы можем докупать новые корабли. Соответственно, также есть магазин с улучшениями уже для существующих кораблей, мы также можем прокачивать наши умения, и все в этом духе. То есть игра богата на вот эту вот часть прокачки, и думаю, тем людям, которые любят прокачивать, она тоже очень понравится. Вот карта игры, которая доступна на начальном этапе с прохождением. Эта карта будет очень большая, и поэтому мы можем передвигаться по ней как хотим. Вот сейчас нам надо приплыть в эту зону, давайте ее коснемся, выберем паруса и видим, что у нас наш корабль оказался в этой точке. То есть теперь будет совершенно новая история.
Если нам с вами влом плыть до точки назначения, то просто можем вот таким вот свайпом передвинуть наш корабль к восклицательному знаку, к нашей миссии, и, в принципе, все, и подождать, пока этот корабль дойдет до восклицательного знака. То есть, вот таким вот образом мы с вами приехали на миссию и можем ее начать. Давайте я нажму вперед. В игре очень красивая графика, очень красивая вода и красивая анимация. То есть, в плане графики эта игра полностью оправдывает свою стоимость в App Store. Вот пошли опять эти заставки. Так, давайте их просто пропустим. Поднимите паруса и следуйте за Лабюзом. Так, давайте будем за ним следовать. Что еще понравилось в этой игре, то что мы можем наш корабль посмотреть полностью вот таким вот образом. И штурвал просто будет в таком большом формате внизу экрана. Мы должны следовать за нашим союзником, что мы в принципе и будем делать. Так, давай вот сюда. Как бы его сейчас не сшибите нечаянно. То есть, ребят, действительно, управление очень простое. И, в принципе, можно играть без джойстиков, без всяких, которых уже навыпускали. Хотя пока что только там их два, Мога и какой-то от Logitech. Приплыли мы на миссию. В игре действительно классные заставки. Ну, в принципе, это можно и пропустить. То есть теперь мы, походу, будем с нашим союзником топить этот корабль. В игре очень много всяких режимов. Вот сейчас моя цель — это найти вот этот вот корабль. Вот мой корабль. Я должен проложить курс и не попасться на глаза своему врагу, который вот так вот как бы плавает и ищет меня. Давайте я приплыву к своему союзнику. Я его нашел. Так, теперь должны пойти какие-то заставки. Да, вот они. Куда мы без них денемся? И теперь мы должны уничтожить эти корабли. Давайте подплывем к ним. И теперь мы окунемся в бой. Сейчас снова начнется бой. Так. Мы поехали, что ли? Бабах. В общем, ребят, думаю, вы поняли смысл игры. Вот такая вот игра Assassin's Creed Pirates, игра, которая пока что есть только в новозеландском App Store. Я не знаю, вышла она по всему миру еще или нет. И в этой игре мы будем с вами бороться с ассасинами и тамплиерами. Завоевывать звание настоящего пирата и прокачивать наши корабли. Докупать орудия новые и все в этом духе. На этом можем заканчивать, думаю, вы поняли смысл игры, определились с тем, будете ли вы покупать эту игру для ваших iPhone, iPad или iPod Touch для себя. На этом можем заканчивать. С вами был Apple TM, если вы впервые, подписывайся на канал, ставь много пальцев вверх, не забывай о яблочках и нашем информационном партнере яблок.com. Пока!